Привет всем, ребят, на связи Грим Оптимист, и я знаю, что многие из вас меня потеряли, у меня вся личка завалена сообщениями, мол, куда пропал, там все в таком духе. Действительно, долго не было роликов, на основном канале уже месяц, на втором канале я даже не помню сколько, к сожалению, были на то причины, много всего свалилось на голову. Вот, я переехал, поменял место жительства, ну и кроме того, там, не буду углубляться в подробности, скажу только, проблемы с зубами были серьезные, минус 2 зуба по итогу, вот, благо не видно хоть, вот, ну и швы вот только вчера сняли последние. Вроде, тьфу-тьфу-тьфу, все более-менее нормально сейчас, вот, но полноценно вернуться в рабочий процесс я пока не могу, потому что у меня еще компьютер основной мой рабочий не перевезен. Сейчас есть только ноут, благо он позволяет монтировать видосы простенькие там с телефона. Поэтому решил снять хотя бы блог. Что я могу сказать? Давно с вами не общались, потому что столько всего произошло. Вообще, я имею в виду, не у меня вообще. Я был неправ, кстати, я, если помните, когда только вся эта история с коронавирусом началась, я делал ролик, где высказал предположение, что, скорее всего, все будет так же, как со свиным гриппом, ну и вот подобными ситуациями, которые уже случались в Китае. Но в этом я ошибся. К сожалению, вирус оказался более опасным, ну и чем все это обернулось, вы все прекрасно знаете. Но, кстати, я не во всем ошибся в данном ролике. Если помните, я там говорил о том, что будут фармацевтические компании наживаться, ну так и случилось. То есть даже сейчас те же антисептические средства продаются по каким-то совершенно нереальным ценникам. Даже банальный септалин у нас стоит по 80 рублей, то есть в два раза он подорожал. Вот, то есть все равно, как бы, капитализм есть капитализм. Что я могу сказать? Конечно, самоизоляция вещь такая достаточно неприятное, потому что вы наверняка знаете, что я люблю гулять вообще, часто это делаю, к сожалению, сейчас с этим проблема. Ну вот, приходится много сидеть дома, это, кстати, тоже нифига не идет на пользу здоровью, как и два курса перенесенных антибиотиков мной, вот, поэтому сейчас стараюсь беречься, но все равно, как бы, организм немножко пострадал. Вот, тоже берегите свое здоровье, если даже вот вы сидите дома, никуда не можете выйти, все равно. Ну, хотя бы, я не знаю, вот когда идете до магазина, там кружок лишний, не знаю, там как-нибудь сделайте вот так вот, ну, чтобы хоть побольше пройти, ну, и на балкон почаще выходите. Это все тоже на самом деле важно. Вот, у нас в городе все, вроде как говорят по статистике, хорошо в плане самоизоляции. Если кто не знал, город Пермь у нас на первом месте. Вот, но все равно, вот я заметил буквально где-то дня три назад, два примерно, что люди начали снова вылазить. И, к сожалению, это плохо, то есть это все обернется, ну, какими-то последствиями в будущем, скорее всего. Это объясняется очень легко, просто люди привыкают вот к этому уровню опасности, то есть поначалу первые дни вообще на улице было, как 1 января в 6 утра, вот, но, как бы, время идет, люди привыкают вот к этому, что, ну, к этой вот напряженности, и уже воспринимают ее как, ну, такой базовый фон, ну, и, соответственно, уже начинают нарушать. Ничего с этим, видимо, не поделаешь, к сожалению, но я надеюсь, что по итогу все у нас обернется более-менее спокойно. Ну, давайте не будем сильно заострять внимание на этой теме, потому что я понимаю, что всех вас она задолбала. Кстати, извините, что я не стрижен, и сами понимаете, сейчас постричься где-то достаточно проблематично. Могу только сам себя этим триммером, но после этого, наверное, в кадре лучше вообще не показываться. Да, и борода тоже у меня уже выросла порядочная. Значит, что я хотел еще сказать-то? Блин, и все из башки, как всегда, вылетает, когда начинаешь записывать какой-нибудь блог. Напишите вообще в комментариях, вот как у вас, скажем так, ситуевина, как вы вот все эти невзгоды переносите, нормально все, ненормально. Многие, я знаю, что пустили слух, что я уже там с коронавирусом слег. Пока, на данный момент, вроде нет. То есть мне и без этого хватило приключений. Вот, я надеюсь, что меня, как бы, эта фигня не коснется, но тут, как бы, я делаю все для этого, соблюдаю все, что только можно. Дальше уже как получится. По работе, значит, да, роликов, ребята, давно не было. Вот, неудачное время, конечно, потому что как раз сейчас онлайн-бизнес, он процветает. То есть YouTube-каналы, всякие там стриминговые сервисы, все остальное. Вообще там игры очень высокие онлайн везде. Ну и, к сожалению, вот так вот сложилось. В танках тоже много всего происходит. Как-то я особо не следил за всем этим. Извините, ребят, еще те, кто писали мне в личку, кому я не ответил, очень много просто было, и, как бы, руки просто не дошли. Я, наверное, как-нибудь займусь и каждому отвечу, но пока вот, к сожалению, так.
как-то вот все, ну, не знаю, не до этого просто было уж. Я как бы видел ваши сообщения, я обязательно их прочитаю попозже, я разгребу, но пока вот как-то времени особо не было. Сейчас надо вот как-то заморочиться, компьютер привести и уже начинать работать, потому что как-то, ну, не знаю, все это говно затянулось. Вот. Блин, не знаю даже, о чем еще поговорить. А, да, точно. Спрашивают люди по поводу рубрики «Железный грим». Ребят, сами понимаете, пока все это говно не закончится, к рубрике вернуться мы не сможем, потому что она связана с большим количеством перемещений по городу, с большим количеством контактов с людьми. Она связана также с контактами с нуждающимися в компьютерах людьми. И пока это все просто... Ну, во-первых, это незаконно, да. Дело даже не в этом, это просто банально опасно. Поэтому как бы я этим заниматься сейчас не планирую. Мне, кстати, буквально вот несколько дней назад писала женщина, которая из фонда, и спрашивала, нет ли у вас компьютера, типа, нам нужно дистанционного обучения. Вот я сказал, что извините, как бы в данный момент, к сожалению, нету. И, кстати... Если помните, последний наш герой выпуска Вовка, которому мы последний компьютер подарили с вами, он сейчас тоже на дистанционном обучении, мне его мать тоже писала, что типа спрашивала, какую вебку купить. Ну, я там посоветовал дешевенькую, вот как бы, потому что тоже дома он будет учиться. Видите, как удачно, да, мы с вами подарили, ну, как удачно, для Вовки удачно, и у него есть возможность теперь дистанционно обучаться, видите, какая-то польза и от нас с вами тоже есть. Это, в принципе, не может не радовать. Вот, надо, наверное, попытаться сейчас хотя бы, может быть, как-то получится пару дней поработать с ноута, я вот думаю, придется только реплей, наверное, где-то скачивать, потому что, ну, сами понимаете, World of Tanks у меня на этом ноуте работает только на минимальных настройках графики, вот, и захватывать видео с экрана он не сможет, хотя ноут не самый слабый, но для игр он не подходит. И еще, ребята, последнее, что скажу, могу посоветовать всем, у кого есть компы, и у кого особенно компы не очень мощные, я нашел классную игру, сейчас сам в нее играю на ноуте, называется Dead Cells. Это такой рогалик-платформер с офигительным управлением, с нелинейными уровнями, каждый раз уровни разные, там умираешь, все начинаешь заново, но игра очень классная, я ее уже прошел несколько раз, сейчас вот прохожу уже на NG+, с увеличенной сложностью. Не знаю, меня прям зацепила эта игрушка. Очень кайфовое управление, но единственное, что требуется контроллер. Просто я почему рекомендую? Игра залипная, в нее можно реально переигрывать просто десятки, сотни раз, и будет чем заняться. И нетребовательная. То есть даже на моем ноуте идет, это значит, что на любом ведре она пойдет. Единственное, что, конечно, желательно геймпад, но с клавы тоже можно играть, только не так удобно. Все, ребята, спасибо вам большое, всех обнял вас, еще раз повторюсь, очень было приятно видеть, что люди интересуются, где я, надеюсь, что скоро мы с вами вернемся в рабочий ритм, ну и будем потихоньку дальше общаться, ребята, всем до скорого и всем пока!